Всем привет, девчонки! В данном видео показываю вам макияж, который я сделала по заказу одной девушки. Давно уже не снимала макияжа, и также этот макияж был по запросу. Очень меня попросила одна девушка снять такой макияж, то есть макияж в стиле, так скажем, Айсель. Я надеюсь, я правильно выговариваю ее. То есть она была, выступала на Евровидении за Азербайджан вместе с Арашем. Там always on my mind, на-на-на-на-на. В общем, девушка была так добра и сделала даже видео с фотографиями этой певицы. Ссылку на видео я оставлю под моим видео, чтобы вы могли посмотреть примерно, как она накрашена. Я как бы сделала такую как бы золотую середину, так скажем, потому что у нее макияж обычно в таких темных оттенках, но либо это немного так более свет, как бы как светло, до светлых тонов растушевано, либо наоборот такие smoky eyes. В общем, я сделала что-то посередине. Также у меня накладные ресницы, так как во многих она, мне кажется, на фотографиях у нее накладные ресницы, которые подчеркивают ее кошачьи глазки. То есть, и у нас, конечно, с ней типаж совсем другой, но вот та девушка, которая меня попросила сделать этот макияж, сказала, что типаж с этой певицей у них очень похож, и она бы хотела посмотреть, как делается такой макияж. Ну вот это мой вариант этого макияжа. Вот так вот он смотрится со стороны, то есть в таких также темных черных тонах, коричневых также немного. Вот так. Губы я оставила нюд, то есть такого розового цвета, потому что в основном также у нее нюдовые губы. Это все, конечно, на ваше усмотрение. И также скулы у нее очень хорошо всегда выражены, то есть контур скул выделяется, так как лицо у нее не узкое. И да, вот так, я надеюсь, вам заметно все. Ну, в принципе, и все, хватит болтать. Если вы хотите посмотреть, как я сделала такой макияж, то оставайтесь на связи, желаю вам приятного просмотра. Итак, вот один у нас уже глаз готов. Вот так смотрится это все со стороны. Я наклеила сюда уже накладные ресницы. Теперь приступаем ко второму глазу. Я нанесла свой Eyeshadow Base Set Art Deco. Теперь приступаем к нашим оттенкам. Я наношу на глаз свой черный карандаш от NYX. Вот сюда на серединку. И растушевываю все это дело, чтобы придать немного темный оттенок нашему веку, но и не покрыть его плотно черным цветом. Видите, что я растушевываю до такой некой прозрачности. Итак, далее начинаю наносить уже наш черный карандаш. И начинаю рисовать такую вот стрелку. Ваша стрелка не обязательно должна получиться ровненькой, главное заложить именно базу. Затем я это все растушевываю кисточкой, карандашом. Примерно так. И теперь начинаю уже работать с нашими тенями. Тени наношу такой небольшой кистью, наношу тени черного цвета. Все, кстати, оттенки и все названия будут на моем блоге. Так, и наношу черный матовый цвет на эту растушеванную стрелку. А теперь все тушую кисточкой растушевочной от Sigma E35. Растушевываю эту стрелку. Немного завожу опять черного цвета в уголок глаза. Далее я уже беру другую кисть растушевочную, это от Sigma E25, вот такая, и наношу темно-коричневый цвет из палетки
Вот этот цвет. Вот я наносила черный, теперь наношу вот этот темно-коричневый цвет из палетки Sleek. Вот сюда. То есть я как бы начинаю смягчать наш черный цвет этим коричневым, тем самым также растушевывая. И также добавляю немного вот этого светло-коричневого цвета, чуть выше складки глаза, этой же кистью. Далее беру кисть от Sigma под номером E15. Это вот такая вот кисть плоская. Беру темно-коричневый цвет и начинаю проводить вот здесь вот на нижнем веке. Смягчаю также немного черный цвет, так как мы провели также черным карандашом по водным линиям, мы растушевали это. Затем с помощью обыкновенной палочки для ушей я ее просто смочила и теперь делаю как бы ровный контур нашего глаза. То есть, посмотрите, я провела здесь немного, подчистила, да, сделала линию чуть поуже, а также здесь для вот некой ровности нашей стрелки с одной стороны, то есть все здесь у нас расплывчато, так растушевано, а здесь она такая получается более четкая, чтобы придать ей ровности, так называемой. Вот, вот в принципе и все почти, что касается теней. Я еще наношу под бровь белый карандаш от NYX. Немного также здесь на середину и растушевываю чистым пальцем. Вот так. Далее я начинаю красить ресницы и также накладываю фальшивые ресницы. Я использую так реснички от Red Cherry. Это вот такие вот ресницы, они очень-очень нежные, совсем такие реденькие, но придают все-таки более какой-то объем, и ресницы получаются более-менее такие густые, так как на фотографиях в основном у певицы густые ресницы и как бы подчеркивает как бы ее кошачьи глазки. Эти ресницы также, как вы можете заметить, идут от начала короткие и дальше все длиннее и длиннее. То есть придается такой кошачий взгляд ресницам. Итак, вашим глазам точнее. Я теперь накрашу свои ресницы и наклею. Итак, мои ресницы накрашены, искусственные, приклеенные. Вот примерно вот так, если вам что-нибудь заметно. То есть придаются глазам немного опять такой эффект кошачий глаз. Эти ресницы придают. И теперь приступаем уже к лицу, к нашему. То есть, как вы, может быть, заметили, может, не заметили, сейчас ярко свет падает, что у меня уже все нанесено. То есть, консилер, тональник, контурирующий бронзер. Теперь остались только румяна. Румяна мои от Rival de Loup в розовом матовом оттенке. Также не видно, все отсвечивает очень светло. Ну, кистью вот такой вот конусообразной от Sigma F25 наношу. И мой хайлайтер от Mary Luminizer от The Balm. Кистью Tapered Highlighter F35 от Sigma наношу немного на скулы.
Вот, в принципе, и все. Вот такой получается макияж, то есть розовые щеки также, розовые губы, и вот такие вот темные глаза. Конечно, глаза можно делать и не такие темные, то есть стрелку рисовать немного тоньше и растушевывать ее так же, чтобы получалось она немного тоньше, немного добавить коричневого цвета. И то есть не я работала почти со всей областью века. Вот. Ну, это, конечно, как по вашему усмотрению. Ну и вот на этом все. Надеюсь, та заказчица, девушка, которая заказывала у меня этот макияж, осталась довольной. И вот так вот еще раз покажу вам быстренько. Вот, в принципе, и все. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока!